Ну и что, 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 что? О, Коля пришел. Привет! Слушай, тут такие новости у меня, такие новости! Что за новости уже такие? Петя наш сосед, ты понимаешь, 1 000 000 выиграл. Сколько выиграл? Ого! Ничего себе! Ну дает вот! Я ж тебе говорила, что он везучий! Я себе тоже такой билет купил. 100 пудов выиграю, я везучий, вообще везучий. Вот, вот сейчас, когда? Завтра, завтра розыгрыш. Выиграю 100 пудов! Ты? Насмешил! Коля, это нет, не для тебя! Ты же у нас самый невезучий в семье, ты что? Ты, чтобы и выиграл? Завтра? Ой, нет, смешно только. Я самый везучий, что ты понимаешь? Ты самый везучий? Да хочешь, я тебе докажу? На раз-два. Или боишься? Давай докажи. Да хоть сейчас. Так, хорошо. Но для этого нам нужен третий. О, Санька возьмем. Итак, всем привет. Сегодня у нас самый классный видос. Ты знаешь, Саша, сегодня папа мне говорил, что он, между прочим, самый везучий в нашей семье. Конечно, да. Нет, я самый везучий, я в это верю. Ты давай выкладывай, что ты наделала. Подожди, а ну-ка подождите. Ты самый везучий? Да, конечно. Значит так, ребята, всегда во всем выигрываю я. А они тут начинают мне лапшу на уши вешать. Давай, выкладывай. Выкладывай. Значит, сейчас мы проверим, кто из нас самый везучий. Я. Вот этот мелкий Алекс. Конечно, я. Ой, да ладно. Или вот этот бугай Николай. Будет у нас такое задание, даже я бы сказала, челлендж. Кислое, сладкое или соленое. И кто у нас будет самый везучий, кто будет угадывать, какой ему попадется, и съедать то, что ему попадется. И что, и съедать надо? А ты что думал? Если вдруг тебе невкусненько, и ты будешь так... Нет, я есть не буду, значит, ты проиграешь. Ну что, ребята, проверим, кто самый везучий. А от вас, ребята, задание писать, кто же самый везучий. Ну, я думаю, вы правильно напишите, кто. Все уже знают, кто. Да, вот Саша пока... Сань! Мама, мама, я тебя кормить не буду, сын! Договоришься? Ну что, поехали. Итак, первый раунд. Коля, открывай, что у тебя? Смотрим, что у Коли. Банан, походу сладкое. Сань, у тебя? Я смотрю, что у меня. У Саши, я думаю. Что-то большое такое. Вау! Я вот солененькое. Солененькое, я тоже, кстати, это хочу. Я люблю это. Ладно, давайте еще там глянем. Санька, открой меня, пока я держу камеру. А-а-а, кислая капуста! Итак, ребятки, кто что любит? Я хочу чипсы. Значит, я вам так скажу. Я тоже хочу чипсы. А я хочу банан. Ты банан. Кто хочет кислую капусту? Не-не-не. Ты ее вытащи сейчас. Нет, я ее не люблю. От кислой капусты по секрету скажу. Пучит. Что давай, ты? Давай, давай, какую, какую? Тебе как я сама девушке, девушке право выбора. Стоп. Право. Кислая. Я эту. Саня, Саня, Саня. Вот это, вот это, вот это. Ну что, мы определились, кто что хочет, а теперь кому что досталось. Я чипсы, чипсы. Мне соленое, 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 соленое. Соленые! Смотрите! Самый везучий капусту ест. Я хотела. Мне бананчик. Я хотела. Чипсы я их получила. Нет! А я же говорила, что я самая везучая. Ну что, я съедаю. Саша, съедай. Давай, 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 давай. А банан вкусный. Коля уже из банан. Ну как, Сань, капуста? Чё-то мне не нравится твое выражение лица. Не, Саня, подписался, давай ешь, все, должен съесть. Может, научишься капусту есть. Ха-ха-ха. Ну так, давай, 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 бери, бери. Ну не все, хотя бы часть съесть надо. Два густойка. Ну давай хоть жмей. Не, ну хотя бы так, да. Что, вот столько, что ли? Ну давай, смотрим, смотрим на Сашу. А вот столько съем. Все смотрим на Сашу, потому что я знаю, что... Ребята, если вы не любите квашеную капусту, поставьте Сане лайк, поддержите, пусть он... Раз, два, три, давай. Он, правда, ни в каком ее виде не ест. Он даже воняет. Ну, ну. Подожди, ты же смотри на его лицо. Ну-ка, ну-ка. Что, настолько невкусно? Ешь, ешь. Он проглотить не может. Так, Саня, глотай. Вы посмотрите, как ребенку не идет капуста. Ну-ка, дай я тебе помогу. Она офигенно вкусная, наверное, да? Я честно, я не люблю.
Саша, что так плохо? На, закуси моим, моей чипсинкой. Закусите, видите? Ну, Саша просто не идет капуста. Саш, я не думала, что настолько тебе она не пойдет. До слез. Зато у меня... Ну, понюхай, ты тоже хотела. Нет! Вы посмотрите, стырили чипсы мои! А кто любит Принглсы? Ставим лайки. Реально классные чипсы, я люблю их. Я понял, они поэтому у тебя были просто соленые, я просто обычные не люблю. Хорошо, что они тебе попали. Банан вкуснее. Вкусные чипсы. Короче, у нас в этом конкурсе не повезло только кому? А я получаю целыми вообще справедливый балл, потому что я сказала, что хочу чипсы, и я вытянула чипсы. Ладно. Надо просто угадал, надо 3 балла. Середина 2 балла, не угадал 1 балл. То, что вообще не хотел. Ладно. Пусть нет, тебе будет балл. 1 балл только мне. Все, я банан съел. Ну что, раунд номер 2. Итак, раунд номер 2. Опять 3 тарелки. Саша, что ты думаешь, тут может быть? Кислое я точно не хочу. Наелся кислой капусты. А ты ж не знаешь, что будет. Ну что, давай. Я сначала свое. Нет, кислый огурец. Это соленый огурец. Это соленый огурец, ребята. Это хуже. Теперь я. Давай, Саша. Я же захотел твое открыть. Что за Саша? Вот и кислое. А, вот это я хочу. Саша попался лайк. Это не Саша. А, ну, в смысле, Саша на тарелке. А теперь что же у меня? Сладкое. Показывай. Как хотят, все ждут. У нее сладкое. Что-то сладкое. И раз, два, три, и это у меня. Сырок! Сырок, глазированный сырок. Я люблю сырки, я честно. Я тоже хочу сырок. Я люблю сырки. Я могу съесть лайм, но не огурец. Я тоже лайм, но не огурец. А я хочу сырок, а потом лайм, огурец вообще не. Значит, огурец не хочет никто. Никто. А вы любите соленые огурцы? Или так, как мы, не очень? Я могу съесть, но когда он заправлен маслом. Подсолнечным или оливковым. Саня, тащишь первый. Я первый тяну. Вот эту. Подожди, не открывай. Ты в прошлый раз первая тянула, давай. Поэтому не теперь открывай, я беру. Не открывай, сейчас вместе откроем. Это тебе. Итак, на старт. Внимание, поехали. Да! А у меня кислая, то есть. А у меня сладенькая. У нас бал Саша получает. На, мама. Ну почему? Ну за что такая несправедливость? Почему я должна есть огурцы? Короче, я должен лайм укусить. Коль, давай поменяемся. Вкуса. Нет. Ну, пожалуйста. Нет, ешь огурец. Ты мужчина или нет? Я и так с тобой перемирие заключил на Nerd Bro Show, поэтому не начинай тут заново. Он такой, Саш, понюхай. Я не хочу. Может ли это... Нож есть? Как-то кожа ешь, горькая, а не кислая. А я тоже ем целый огурец. Ешь. Ох, и кислятина. Не кусается. А у меня термоядерный. Такой, как с бочки. Такие, знаете, пересоленные. Хочешь попробовать? Не хочу. Лайм получше будет, чем огурец такой. Я огурец. Можно я не буду весь? Можно половину. Я тоже весь лайм не хочу. Я больше просто не смогу. Ну, я попробовал. И в этот раз у нас очко Саше. У нас пока одно очко у мамы, одно у Саши, а у меня 0 балла. А у самого везучего, который купил лотерею, пока 0. Ладно. 0! Без палочки, 0. Да, давай, не доедай, я сам доем. Можно я? Можно я закушу немножко огурец? Такой противный огурец. Мне чуть-чуть. Можно чуть-чуть огурца закушать? Да нет. Ну, пожалуйста. Я тебе припомню, будешь есть одну кашу целыми днями. Итак, у нас раунд номер 3. Я первый открываю, давай ты. Я вижу тут сразу слишком что-то очень большое. Значит, что-то большое, да? Итак, я открываю, и у меня... О боже, это соль! Смотрите, я вам покажу, смотрите, это обычная соль. Ой, просыпаться даже немножко, это соль. Ну, этого я точно не хочу. Соленая, зашибись. Я хочу что-нибудь сладенькое или кисленькое, если кисленькое нормальное, конечно. Ну, показывай, что. Ну, лучше сладенькое. О, сладкое. О, шоколад. Я хочу шоколад. Я не хочу, я не люблю с орешками. Ага, значит, орешки. Сейчас посмотрим, что вот тут вот. О, желешка! Какое, лимонное, да? Желе-лимон. Я хочу точно желе. Знаешь, я уже тоже хочу желе. Я хочу шоколад. Я уже тоже хочу желе. Но точно не хочу соль вообще ни в каком виде. Теперь я первый тащу. Ну ладно. Мама, Саша, теперь я тащу первый. Думаешь, что от смены мест вытаскивания что-то поменяется? Я точно не хочу соль. Я тоже. Так, а что ты хочешь? Ты не сказал. Саша хочет желе, я хочу желе. А ты хочешь?
Да мне нормально будет и желе, и шоколад. Нет, ну ладно, одно. Поставим желе на первое желе. Место, шоколад на второе. Ну что, поехали. Соль точно не хочу. Так. Так, Анча. Санча тянет. И тяну я. И открываем. И что же у нас? Сладкое! Да! Да! Кислое! Саш! Походу, пока Саша выигрывает, а у меня соленые. А что мне с этой солью? Как мне съесть? Лизни хотя бы. И больше сегодня натрия не поглощаешь. Я сегодня уже съела соленый огурец. А как пахнет? Блин, ну повезло как... мелкому, у него уже 2 балла, да, понимаете? Да, на тебе ложечку. Реально круто пахнет у Саши. Ладно, я лизну. Фу, какая мерзость. У меня еще такие большие кристаллы. Отличный это морская соль. Отличный шоколад. Блин, надо было мне сказать это. Шоколадку на первом месте. Пока у тебя ноль. Не радуйся. Фу, у тебя один, а у Саши 2. Фу, какая гадость. Это ваша заливная рыба. Фу, невкусно. Соль не люблю, однозначно. Она, между прочим, очень вредная. Кто знает, как по-другому называют соль, пишите в комментах. Это какая-то там смерть. Так, Оля, Санечка, можно твоего попробовать закусить? Потому что, да, честно, не очень понравилось мне. Такое кисленькое. Правда, кисленькое. Вкусненькое, ладно. Да, да. Не буду лишать тебя. Как лимон с водой. Вкусняшки. Коля, как у тебя шоколадочка? Отлично. Залетела, просто заскакала? Конечно. А орешки нет. Нигде не застряли? Нет. Нет? Отлично. Я все. Только мне не повезло. Да что такое, мне 2 раза не везет. Это? Несправедливость. Нет, вообще несправедливо. Я надеюсь, в следующем раунде мне повезет. Так, раунд номер 4. Четвертый раунд. И четвертый. В этом раунде должна я заработать минимум 1 очко. Да? И максимум 1 очко. Нет. Я буду ловить что-то вкусненькое. Ты удочку нашел, рыбалу. Может, там рыба есть? Ну что, четвертый раунд. Ты снова первая. Итак, я хочу. У меня? Сейчас, я хочу. Вот это вот хочу, вот это вот хочу. У меня орешки. У меня соленые орешки. Соленые, да? Вполне нормальные. Саня, открывай. Я соглашусь на них. Сладкий донор. Я вот это хочу, да, вот это хочу. Сладкий донор. Не знаешь, что кислое. Смотрите, какой он красивый. Нет, я вот это хочу, киви. А что ты мое киви? А это вообще пока не твое киви. Правильно, Саша, нечего ему тут. Как, вот вообще, знаете, вот я хочу соленое. Этот раз хочу соленое. А я хочу киви. Я не хочу донат однозначно. Я могу киви, могу орешки. Даже я больше тоже киви, Сашка, чем орешки. Я не хочу, потому что я так наелась соленого, мне просто не хочется. Пожалуйста. И я тяну. Раз. А я вот этот. Давайте. На раз, два, три. Кислое. Да, блин! А мне сладкое. В этом раунде никто. Никто, никто не ничего. Получил балла, понимаете? Никто не угадал. Зато орешки хоть есть можно. Только что у них соленые. А мне интересно, может быть что-нибудь, какая-нибудь начинка есть? Нет, в этих донатах только сверху посыпка. Не надейся. Пончики вкуснее? Да. В пончиках начинка есть, а в донатах нету. Ой, он реально кислый, капец. Я бы киви съел. А знаете почему он? Потому что до этого и я ел сладкая шоколадка. Шоколад у меня был, он такой так кислый. Так тебе и надо. Нечего тут хвастаться. Блин, лайм был лучше. Орешки очень даже ничего. В принципе. Кто, кстати, любит орехи, как я? Ну, не когда ты ешь. Кто их покупал? Кто? Вот тот, кто покупал, наверное, специально самое незрелое, самое твердое выбирал. Это же... Ой, жесть. Знали, что для тебя бы знали. Оно еще после шоколада попалось, понимаешь? Саша, как у тебя донат? Вот эта посыпка вкусная самая. А донат сам не очень. Не, я бы только ее съел. К нему бы кофе. А к орешкам бы. Или молоко. Что-нибудь тоже. Ладно, я пол киви съел, хватит. Ой. В принципе, хоть не противно было есть. Потому что для меня было самое ужасное, честно, огурец и соль. Захотел орешков, не получилось. А сейчас будет что-нибудь соленое какая-нибудь. Да. Попадется обязательно. Ну что, идем дальше? Да. Короче, Сань, никому ничего. И так что-то остается. Саши 2, у меня 1. А у Коли 0. Саня просто... Самый везучий. Ты лотерею, скажи, выиграешь. Конечно. Надеюсь. Саня, просто ты потом билет выкинешь, хорошо? Хорошо.
Итак, у нас последний, пятый раунд. Пятый раунд. Смотрите, что тут такое, он прямо уже это... То поднялось? Есть, я тебе так скажу, в этой игре у нас выиграл либо Саша, либо ничья. И есть точно проигравший. Вот отсюда воняет. Кто уже догадался, кто точно проигравший? Обязательно. Я еще не пишу. Точно проигравший. Я еще, если у меня будет балл, тогда буду с тобой одинаково, поэтому не надо, ля-ля. Ну ладно. Давай. Открываем. Итак, у меня... Триш. У меня сладенькая. Мама. Может, это кислая? Нет, она очень клубничная, она сладенькая. А, ну ладно. Ням-ням-ням. Сладенькая. Мое. У Саши. Я думала, что такое воняет. Видали, что у Саши? Это очень неприятная рыба. Получается, у меня здоровое, что-то кислое, да? А я знаю, что это. Та-дам! Гранат. Ну, гранат правда кислый. Я гранат хочу, он очень вкусный. Он вкусный, но если он не очень кислый. Есть, кстати, очень сладкие гранаты, а есть такие не очень. Значит так, я сразу говорю, я не хочу рыбу, я не хочу гранат. Я хочу сладенькую мамбу. Я хочу мамбу или гранат. А это что-то одно. Я гранат. Саша гранат. Коля? А я хочу рыбу! Фу, она воняет! Тогда я сейчас заработаю один балл. Ну давайте, вот, сядем. Саша первый. Я не знаю, я не знаю. Давай, тащи быстрее. А вот эту давайте. А я тоже не знаю, так чтобы не позвонить. Опа, это тебе уже что осталось? Непонятно. Блин, у меня походу сладкое. У меня соленое. Нет, у меня кислое. Блин. У меня сладкое. Ты вообще сегодня только соленое тянешь. Ну я бы гранат хотел. Ну ладно, и мамбу скушаем. Короче. Я не проиграла, ура! Коля у нас проиграл, yes. Саня победил. Итак, в нашей семье лузер, самый большой лузер, это большой любитель лотереи. Кто догадался, кто это? Оксана. Как обычно, пишем в комментариях. А в этом челлендже и правда победил наш мелкий Анча. Я. Совсем мелкий, правда. Санча, тебе повезло. Честно, совсем. Смотрите, муха. Зимой летают мухи. Зима. Кстати, ребята, у нас зимой плюс 10 градусов. А это как вот у вас? В Беларуси, да. А как у вас? У нас и правда. Дайте нож, пожалуйста. Гранат возьми, уже. Пожалуйста, нож. А как мне рыбу есть? Фу, воняет. Я рыбу не люблю, а вот такую вообще не люблю, мелкую, которая еще с кишками. Представляете, в ней кишки. Саша, хочешь рыбки? Нет, я знаю, что ты такую тоже не любишь. Я могу есть рыбу жареную. Да что ты там все не можешь разрезать, бабка? Я могу есть рыбу вареную, но которая без кишек, а которая с кишками совсем не вкусная. А, мой гранат. Ну, хотя... А что ты лезешь? Хотя... Вкусно приготовленная. Только противно, что в ней кишки. Они все портят. Ну что? Надо было его как сладкое писать. Он вообще обалденно сладкий, а не кислый. Да? Круто. Поделишься? Я могу рыбой поделиться, кто хочет. А я же свою рыбу, я передумал. Блин, от нее еще все руки грязные. Да, я тебя обниму, мой любимый сынок! А вы были на канале Нёрбро Шоу, ребята. Ставьте лайкусики. И если вам понравились такие видео, или вы еще хотите еще челленджи от нас, обязательно пишите в комментариях еще челленджи. И тогда мы вас услышим. И сделаем еще. А может и не один. Конечно. Всем пока. Пока-пока, ребята. Пока.